Общественной комиссией утвержден выбор общественной территории для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Жители проголосовали за проект «Уездный город». Улица Московская, улица Почтовая, Малиновый овраг, городок. Необходимо сделать следующий шаг. Предложить те функции, виды использования, которыми будет насыщена территория благоустройства, и мероприятия, которые горожане и гости города смогут проводить на ней.